Мы уже рассказывали, что в Маргаушском районе планируют открыть республиканскую агрошколу. Здесь будут преподавать азы современной сельскохозяйственной науки, готовить учеников к поступлению в профильные вузы. Партнером в реализации проекта станет и Ядринский агротехнический техникум. На его базе прошло выездное совещание. Ядринский агротехнический техникум готовит специалистов для отрасли почти 70 лет. Его выпускников можно встретить во многих хозяйствах республики. Будущие механизаторы учат не только теорию. В техникуме собран солидный парк сельскохозяйственных машин. Ремонт и обслуживание агротехники всегда привлекает ребят. Мне нравится эта профессия. Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования. Еще рядом с домом. Здесь обучаются 400 студентов по 5 образовательным программам. Накоплен уникальный опыт, которым педагоги готовы делиться. Для эффективного использования площадей, для максимальной возможности у жителей Маргауш пользоваться инфраструктурой, которая строится, безусловно, это будет интересное объединение, синхронизация уже с действующей школы, которая переполнена. Это и дополнительная возможность у педагогов появляется, и как следствие повышения заработной платы. В течение сейчас еще этой недели мы отработаем экономику школы, проговорим и отстроим до конца кадровую политику. Будущая агрошкола станет инновационным полигоном для отработки лучших образовательных практик, уверены участники совещания. Ее партнерами станут многие профильные техникумы, аграрный университет. Главное для детей и родителей – качество образования, совершенно классная современная новая школа, наполненная содержанием будущего, связанного с сельским хозяйством и с нашей аграрной республикой. Новое направление требует высокого профессионального уровня. Из стен агрошколы должны выйти твердо уверенные в своем выборе выпускники. Обсуждение концепции работы агрошколы продолжится. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов. Республика.